только потому, что у нее нет спины, которая бы за нее заступилась, вот так взяли, вырвали, и кто-то распорядился судьбой ее и ее детей. Хорошо, что есть такая передача, где можно найти помощь и найти справедливость. А к семейной паре я бы хотела обратиться. На чужом несчастье счастья не построишь. Если вы хотите детей, и если вы хотите кого-то сделать счастливыми, отдайте этих детей, найдите себе других.